Доброе утро, ребята. Мы уже выходим из дома. Я сегодня опять отвожу девочек. И сегодня тоже идет Анфулечка. Вы свои листочки взяла, Анфусь? Я вообще вчера... Не сломай. Так. На улице тепло сегодня. Ветерочка даже нет. Ой, как красиво. Желаем вам всем хорошего дня. Девочки вроде в хорошем настроении, да? Да. Нормально. Слава тебе Богу. Мама счастлива. Ты будешь умничкой? Да. Ты обещаешь? Да. Ну, хорошо. Здесь. Посмотрим, как ты со школы придешь. В школе. Не слышишь, как ребята разговаривают? Доброе утро, ребята! Всем Калимера из солнечной Греции, с острова Родос. И мы начинаем новый влог. Я уже успела отвезти Миличку с Крисанфи в школу. Алекс сегодня рыбачит. Интересно, какой сегодня будет клев. Сейчас у меня 20 минут релакса. Побыть наедине, уделить вам время. Ну а потом надо мне еще сделать очень много дел дома. Дела домашние никогда не кончаются. Мне кажется, это у любой хозяйки так. Надо сегодня сейчас разобрать в кухне все. Развесить стирку. Сложить стирку. Сейчас жду Алекса с рыбалки. И потом будем наводить красоту в зале. Уже высохли наши ковры, будем их опять стелить, все расставлять на свои места. А еще, ребят, хотела у вас спросить совета. У меня все-таки смотрят опытные мамы. Если вам не сложно, напишите мне в комментариях, а как у вас ребятишки шли в школу? Потому что мне очень интересно. Только у меня такая вот истерия, что у одной, что у второй. Я очень эмоционально устаю от этих истерик, от этих слез. Я пытаюсь объяснять, что школа — это хорошо, школа — это классно. Мне вообще интересна тема воспитания. Вот, потому что я такой человек, уныние этого нет. Это не о нас. Мы всегда с высоко поднятой головой, с хорошим настроением шагаем по этой жизни. Потому что в жизни бывает всякое, это мы уже знаем по себе, но что бы ни случилось, всегда нужно оставаться хорошим, добрым, отзывчивым человеком. Я думаю, со мной согласны все. Так, Алекс уже дома. Сейчас хочу вам показать его улов, что он словил, какую рыбку. Сейчас нам Алекс расскажет, какая рыбка. Ну, это наш знаменитый германнос. Дикая салпа. Клев на нее сейчас уже остановился. Она не так часто клевать стала. Не клюет их хорошо. Будем ждать лета. Летом будут раза в 3-4 здоровее. Огромные. До килограмма выходят такие рыбы. Это те, которых я ловил. Есть, конечно, еще и больше. Но немного тяжеловато поймать такое. Вот. Еще один. Красавица. Они все живые еще. Только что. С моря пришедшие. Да. Ну, это хорошие, зачетные рыбки. Они грамм по 200, по 250. Это, конечно, чуть меньше. Грамм 100, наверное. Но мы такие берем. Ну, поменьше уже, конечно, выпускаем. Те, которые маленькие совсем. С этой рыбой вы уже тоже знакомы, с карус. Вот такая. Одна сегодня попалась. Вообще на поплавок сейчас немного тяжеловато ловить, потому что меняется климат. Эта рыба уходит вглубь, в открытое море, потом по весне возвращается. Вот. И
На смену их приходят кальмары, барракуда, дорада, саргос. Вот сейчас будем охотиться на них. Да, кстати, вот эти вот шипы, если уколоться, то очень сильно начинает болеть рука. Ну, как болеть, она как бы как парализует ее. Вот. И за этой рыбой, кстати, мало кто охотится из хищных рыб. Потому что они, когда выпускают вот эти вот шипы, вот, они как бы как электрошоком. Их не то что электрошоком, они сразу начинают болеть все, когда колется. Или рыба, человеку колется, тоже очень сильно болит рука. Вот. Но зато очень вкусная. Обалденная рыба. Так. Вот эту рыбку я поймал впервые. Я никогда еще ни раз не... Она у меня не клевала. Называется крамеви. В переводе лук. Ее, походу, назвали по ее окрасу. Она реально как луковица. Да. Тоже они такие шипы. Ну, прикольная, интересная рыба. Тоже сильная. Приятно тянуть. Ну, вот такой сегодня был небольшой улов. Вот. Клюнул сегодня и кальмар. Вот, но не зацепился он так хорошо. Был здоровый кальмар. Не повезло мне его вытащить. И он уплыл. Он, видать, укололся об наживку, которую я поставил. Креветку, где у нее крючки. Эти железные штыри. Он, видать, сразу об них укололся, испугался и уплыл. Но ничего, в следующий раз. Сейчас они все больше и больше начинают подходить. Привет всем. Всем нашим подписчикам. Всем тех, кто нас смотрит. Хочу, во-первых, сказать огромное спасибо. Мы сейчас уже набрали 100 человек. Это, я думаю, за такой короткий срок, в принципе, круто. Благодаря вам. Спасибо за теплые душевные слова, за все комментарии, которые вы нам пишете. Хочу поблагодарить еще за вашу активность. Мы постараемся снимать все больше и больше разных интересных мест, ситуаций. Вот. И, кстати, еще открывается мой канал с рыбалкой. Рыбалка и путешествия. Я буду ездить пока вокруг Родуса на разные различные рыбалки, в разной технике. Это будет и спиннинг, это будет и поплавок, это будет и закидушки, это будет и на кальмаров, на креветку, на живую креветку будет рыбалка тоже. Кстати, на живую креветку очень хорошо клюет дорада. Вот. Ну и также в процессе рыбалки вы в дороге посмотрите сам Родус, что вокруг нас окружает. Вот. Также на моем канале вы сможете увидеть различные рецепты приготовления морепродуктов. Вот. Мы это будем все вместе готовить. Вот. И, конечно, было бы круто вас еще бы и угостить этим, чтобы вы оценили реально, как оно на вкус. Но вы сможете приготовить ее сами по нашим рецептам. Спасибо всем. Подписывайтесь на наш канал. Те, кто еще не подписался, спасибо за то, что вы есть, за то, что вы с нами, за то, что вы нас поддерживаете. Мы вас всех очень сильно любим. Пока. Так, ребят, мы сейчас уже собрались с Алексом. У нас сегодня рынок. Мы хотим купить овощей. Ну и потом пойдем уже в школу забирать Миличку с Крисанфи.
пахнет. Эля, пару цеда буду. Доматары! Великая домата. Amigo, ahí arriba, ahí arriba. Gracias. Ya sabes. Gracias. Mira, fruto la caricatura de ti. Me creo que es para él. Стоимо. Ай, ну иди. Ладно, и пойдем на эти фрукты. А то еще лего ксиди. Да. Еще более лати. Да лати. То лего. Ореус. Και προφάμε καλά μας την μαζί. Ναι, 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 καλά μαγιά, μελετή μας την ψάλα, ναι, και μας εδώ. Ωραία. Πλάκα, για αυτή η ώρα είναι ωραία. Γεια σας, παιδί. Τώρα. Πάρε, ναι. Как у тебя дела были в школе? Все хорошо? Да. Ты уже хочешь в школу ходить? Да. Отлично все прошло? Да. Ну, видишь, я не плакала. Умница, дай пятюню. Да. Еще. Это ты рисовала? Да, и сама. Что это? Наша семья? Ребят, я уже на кухне готовлю ужин. Сегодня хочу сушить вкусный соус с говядиной, с овощами и картошкой. Я уже нарезала все овощи. И сейчас, когда сушится лук с мясом, я уже потом закину в морковку, томаты. И потом уже в конце заброшу картошку.
я уже к мясу добавила все специи. И сейчас вливаю воду. И теперь оставляю его тушиться. 1, 2, 3. Так, он, ребята, мы уже сели с Эмилечкой уроки делать. Сколько надо убрать? Эту. 1, да? Да. И 1. Останется? 2. Молодец, это давай сколько дальше. Сколько машинок? 1, 2, 3, 4, 5. Только копает 1, 2, 3. Нам нужно всех убрать. 2 надо убрать. 2. Да, надо 2 убрать. Вот это. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Тогда все останется. Да? Да. Молодец. 1, 2, 3, 4, 5. Класс. Видишь, 5? Вижу. Так, вижу. Эмилечка, что? Такси. Пиши. Та. Такси. Скажи мне. Такси. Браво. Пиши. Эмилечка. Петалуда. Петалуда. Пиши. Петалуда. Это та написано. Не. А по-русски? Бабочка. Бабочка. А на греческом? Петалуда. Эти, браво. Ну что, ребята, у меня уже готов ужин. Мы сейчас идем ужинать. И будем ложиться спать. Так что всем желаем спокойной ночи. Увидимся с вами в новом влоге.